Друзья, всем привет! И продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Итак, друзья, начнем видео. Вот такая у нас замечательная кошечка уже подросла, и мы посмотрим, что же у него новенького. Вот, есть рекомендация выпить зелье взрослый кот, чтобы кошечка выросла быстрее. Ну, мы пока так. Так, какая-то новая игра Анжелы есть. Интересно. Надо будет попробовать. Так, Анжела, а что же ты не выспалась? Ну ничего, сейчас мы тебя покупаем. Ой, какая же ты у нас все-таки грязненькая. Надо тебя покупать, солнышко наше. Давай посадим ее в ванну. Ой, какая ты сонная. Что же ты так не выспалась? Анжелочка, ну ничего. Сейчас мы какое-то зелье от сна тебе купим, смоем. Вот бедненькая. Она не выспалась почему-то. Наверное, бессонница была. Вот здорово! Нравится? А с уточкой поиграем давай. Вот такая здорово уточка. Ой, что ты голодненькая? Ой-ой-ой, зубки надо после сна почистить. Ну, давай почистим зубки. Ой-ой-ой-ой, какие у тебя зубки. Грязненькие, надо их смыть. Отлично, смыли. А теперь почистим, чистим, чистим, чтобы стали зубки чистыми и не было кариеса. Здорово, еще монетки за это нам дают. Отлично. А теперь покушать. Так, что будем кушать? Первые давай покушаем кашку. Вкусная кашка. Очень. А потом что есть? Вот, давай. Вот такой арбуз. Прянички. Молоко. Можно морковку вот эту. Да? Ну и соком запьем. Все, отлично. Хорошо? Покушала. Отлично. А теперь давай поиграемся. Анжела, поиграемся? Так, ну, боюсь, что проблемы с ней будет поиграться, потому что наша Анжела сонная. Поэтому давайте ей купим зелье. Вот. Вот. Вот, здорово. Сразу оживилась. Купили ей зелье, и наша Анжелочка оживилась. Так, и теперь можно с ней спокойно поиграться. Поиграемся? Так, поиграемся, посмотрим, что там у тебя новенького. Так, что мы с тобой сыграем? Лопни шарик, бабл-шутер, соединение, желейка, голодные рыбки, разбей, достань до небес. Давай мы начнем с лопни шарика. Давно мы с тобой эту игру не играли. Хорошо, Анжела? Отлично. Так, первый уровень. Вот так. Ух, здорово лопнули. А сейчас мы вот эти. Вот так лопнем. Ой, какая-то бомба. Ух ты. Вот так красный поубираем. А это что за бомба такая? Почему она не взрывается? Ага. А это что такое? Отлично. А что она? Ага, вот смотрите, как взрывается. Интересно довольно-таки. Вот так взорвалась. А если мы... Ага, вот. Как здорово получилось. Оказывается, взорваться может. Ух ты. Вот синенькие. А теперь фиолетовые. Здорово. А если взорвать бомбу? Ну, что-то малоэффективно оказался эффект. Так, как нам вот этот синенький шарик, чтобы он лопнул. Попробуем пока вот так. Желтенький подбирай. Зелененький подбирай. Вот так. Зелененький. Отлично. А теперь смотрим, ребята, вот эти целые штуки синих поубирали. Отлично. Вот так. Здорово. Так, зеленый сверху надо убрать. Сейчас уберем. Вот так. Желтый поубираем.
Здорово. Так, вот желтый тоже поубираем. А если мы взорвем? Ну, особенно эффект не проявился. Но зато вот у нас зеленые соединились. Так, что там? А вот желтый целая цепочка. Уничтожили, лопнули. Вот зеленый. Вот, кстати, тоже зеленая цепочка. Синяя цепочка. Так, о, красных, смотрите, сколько цепочка. А вот зеленых сколько много. Вот фиолетовый. Три. Так, надо на вот этого синего срочно лопнуть. Вот поэтому вот так попробуем. Вот так. Ой-ой-ой-ой. И еще получается всего три хода осталось. Вот здорово. Вот здорово, друзья. Так. А если мы вот так делаем? Вот, а теперь вот так. Ого-го. Что-то я не дотянул. Надо было еще дотянуть немножко красных. Тогда, возможно, желтые соединились. Так. Последний ход. Это, наверное, уже будет все. Четвертый уровень, отлично. Заработали. Сколько мы заработали? 28 золотых. Здорово. Здорово, здорово. Так. Бабл шутер. Ну, давайте сыграем с нашей Анжелкой в бабл шутер. Вот так. Розовый к розовым. А если вот под углом вот сюда, вот так. Вот так. Вот, здорово получилось. А зеленый к зеленому. Отлично. Так, зеленый к зеленому. Вот так. Отлично. Так, куда нам вот этот зелененький бить? Вот сюда мы его загоним. Отлично. Вот синий к синему. А красный к красному. Отлично. Вот. И три. Три вот таких. Так, а теперь как нам вот этот желтый сделать. Вот, получилось. Вот так. Здорово. Так, куда нам голубой. Ой-ой-ой-ой. Не то сделал. Здорово. Так, куда же вот этот желтый есть? Ага. Вот так попробуем. Отлично. А вот сейчас целую цепочку. Здорово получилось, ребята. Так, вот сюда фиолетовый. Желтенький попробуем. Красный. Что же нам с тобой сделать с красным? Вот так попробуем. Голубенький. Отлично. Вот, здорово. Получилось. Фиолетовый к фиолетовому. Желтый. Ну, желтый может мы просто сюда бросим. Вот так. Отлично. Вот. Вот, как здорово получилось. Отлично. Фиолетовый. Здорово. А синий к синему. Так, нет синего, ну ничего. Пока мы его вот сюда забросим. Красный вот сюда, зеленый, желтенький, синий. Ну давайте синий пока синий. Красный красному.
Синий к синему. Отлично. Красный к красному. Желтый к желтому. Так, вот сюда. Отлично, здорово. Так, вот это сюда забросим. Отлично. А вот это сюда забросим. Так, и зеленый к зеленому. А середине красный. И вот сюда красный. Отлично. Так, вот сюда забросим. Ага, здорово, друзья. Вот так. Так, голубенький, зелененький, зелененький. Вот так. Фиолетовый, фиолетовый. Фиолетовый. Вот так попробуем. Отлично. Вот здорово. Фиолетовый, желтый, красный. Так, фиолетовый. Давайте фиолетовый к фиолетовому. Красный к красному. Желтый к желтому. Отлично. Фиолетовый. Фиолетовый к фиолетовому. И еще раз сюда. Ага, здорово. Отлично. Вот сюда красный. Поможем. Так, еще нужен красный. Красный, красный. Ну, вот сюда попробуем. Вот так сделать. И вот так. Отлично. Так, зеленым, зеленого, зеленого. Давайте конец сюда. Попробуем. И синего тоже. Красный. Отлично. Вот так. Здорово. Вот. Попробуем вот так. И вот так. Так, куда же нам вот этот желтый бросить? Попробуем вот так. Отлично. Ай-яй-яй, немножко, немножко, немножко не получилось. Вот так, давайте попробуем. Отлично. Так, что же нам делать с этим фиолетом? Здорово. Ага, вот так. Ага. Здорово. Ага, вот так, так, так. Не очень хорошо получилось, но ничего. Здорово. Фиолетовый. Вот так. Желтый. Ай-яй-яй, немножко, немножко не получилось. Фиолетовый, фиолетовый. Желтый, фиолетовый. Отлично. Ага, здорово. Пока зеленый бросим сюда. Фиолетовый тоже не будет. Приложить. Вот так. Зеленый, зеленый, зеленый. Вот так попробуем. Фиолетовый. Синий. Красный. Отлично, фиолетовый. Вот так. Да, друзья, ну, здорово сыграли. Ну, 26 золотых заработали, тоже неплохо. Так, ой-ой-ой, Анжелке после того, как покушала, надо зубки почистить. Ой-ой-ой, чтобы кариеса не было. Сейчас, сейчас, Анжела, все сделаем. Давай, давай, чистим зубки, чистим, чистим. Вот так, здорово, ребята, чистенькие, здоровенькие будут зубки, Анжелка, ну покажи. Ох-ох-ох, какая красота.
А теперь давайте еще что-то сыграем интересненькое. Так, Bubble Shooter, лопни шарик, поиграли. Давайте еще сыграем соединение. Вот так, замечательная игра. Соединяем. А теперь синенький, красный, зелененький и желтый. Отлично. Вот так. Ага, нет, здесь вот так нужно соединить. Да. Так, вот этот и синенький. Отлично. Розовый, сиреневый, синий и желтый. Отлично, получилось. Так, что тут нам можно сделать? Пробуем вот так. Отлично. Отлично. И вот так, здорово. Так, желтый и зеленый, розовый и красный. Отлично, тоже получилось. Ну, тут очень просто. Так, вот так пробуем. Вот, отлично. Вот, получилось розовый. Вот этот, желтенький, салатовый, зеленый. Отлично, розовый, зеленый, желтый и вот такой салатовый. Вот так, синий, розовый, вот этот и фиолетовый. Отлично, получилось. Так, желтый. По-по-по-по-по. Вот, друзья, не задача какая-то. Сейчас. Что тут? Но, к сожалению, время не дало, чтобы нам подумать, что тут можно сделать. Но, как бы, друзья, тоже неплохо. Итак, что у нас тут получилось? 33 золотых монеты. Здорово. Здорово, здорово. А давайте мы сыграем что-то. Мне захотелось вот эту башню достань до небес. Какой-то розовый, это Машенька такие любит. Аккуратненько получилось. Вот, отлично. Здорово. Отлично. Отлично. И что-то наша башня шатается. Прикольно, на ребро встал. Это было, конечно, смешно. Так, 10 золотых заработали. Это уже здорово. А давайте сейчас разобьем кирпичи. Посмотрим, как оно получится. Как вот эта игра у нас получится. Вот так. Ух ты, берем пистолеты. Вот так. Ой-ой-ой, какой шар, вот это да. Ага, здорово. Отлично, отлично. Ой-ой-ой. К сожалению, немножко отвлекся. Вот так. Отлично. Вот так, здорово. Отлично. Отлично. Вот, здорово. Ай-яй-яй. Следующий уровень. Ага. Отлично, играем дальше.
играем, играем. Здорово. 10-й. Ой-ой-ой, друзья. 10-й уровень. Посмотрим, что тут. 25 золотых и новый рекорд. Здорово, ребята. Отлично, отлично. Новый рекорд набили. Посмотрим, что там можно по денежках купить у нашей Анжелы. Зайдем, ребята, посмотрим. Итак, у нас 615 золотых. Зайдем, посмотрим, что же можно прикупить нашей Анжеле на эти денежки. Гардероб. Так. Красить. Красить будем ее, что-то менять или не будем. Так, вот здесь посмотрим. А ну, щечки вот так как-то более светленькие. А тени над глазками. Все-таки давайте попробуем ей, может, светлее сделать. Вот так. Хотя синие красивее. Синие все-таки, мне кажется, красивее. Вот так сделаем. Ну, как-то, мне кажется, все-таки красивее. Реснички, реснички. А реснички, чтобы сделать синее. Ага, возможно, надо реснички сделать синее. Попробовать. А вот такой вот цвет сейчас попробуем сделать синее. А вот тени мы поубираем. Давайте попробуем реснички синее, а здесь пусть светленькие будет. Вот так вот. Вот так посмотрим, как оно получится. Вот. Ну, тоже как бы неплохо, но когда синий оттенок, все-таки, мне кажется, красивее. Да. Пусть остается вот так. Так, губки. Губки пусть будут красными, очень красивыми. Ну, в принципе, можно розовыми. Тоже очень красиво. Вот так как-то. Ну да, тоже красиво. Так, вот здорово. Глазки, наверное, не будем менять. Зеленые, коричневые. Желтые можно купить. Но что-то мне... Розовые можно купить. Но мне кажется, это как-то не натурально. Зеленый как бы ей лучше идет. Так, белая шубка. Розовый хотелось бы надеть. Черно-белая. Рыженькая. Серая шубка. Черная шубка. Но белая, кажется, все-таки самая красивая. Спортивный костюм. Ленивые выходные. Хип-хоп. Так, платье у Гороши. Китайское платье очень хочется купить. Скейтбордистка, рокерша. Бизнес-леди, собираем на вот это все, чтобы купить и можно было приодеть. Закрыто. Много другого. Так, а что с прическами? Пока с прическами оставляем как есть. Очки тоже оставляем. Платье хочется поменять, конечно. Вот, возможно, вот эту пижамку Бонни назад надеть. Хотя и вот этого зайчика очень хочется. Прибдеть. Королева. Ой, очень красиво. Валькирия. Да. И красную шапочку. Ну, еще оденем все впереди. Так, рекламу уберем. А пока, друзья, наша Анжела уже немножко устала, ложим ее спать. А всем счастливо, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока!